Добрый вечер, в эфире новости, в студии Ирина Шульга. Авария с участием трех автомобилей произошла на трассе М7 во Владимире вблизи аэропорта. Согласно данным регионального МВД, 38-летний водитель автомобиля Hyundai, следовавший из Юрьевца, совершил столкновение с автомобилем Chery Tiggo. Водитель иномарки остановился, чтобы совершить поворот. От удара машину выбросило на встречную полосу, где она врезалась с автомобилем Peugeot. В результате этой аварии пострадали 4 человека. Из них трое – это дети в возрасте 10-11 лет. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы в медицинские учреждения. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.